Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенда Дракомании. Давайте, я думаю, буду стараться почаще делать видео. Ну, они, может, будут, естественно, покороче по Легендам Дракономании, но почаще, чтобы, ну, оперативнее тратить очки наши вот акционные, чтобы не терять времени, потому что в этой акции важно двигаться как можно быстрее. Тогда вам будут даваться вот эти вот значения. Нужно будет побольше очков будет даваться за каждое значение. То есть это зависит от того, на каком этапе вы находитесь. То есть если бы я стоял сейчас на первом этапе, у меня там было 20 тысяч очков, мне бы задания были бы по 200 очков. А теперь я уже, скажем так, на четвертом этапе, да, и у меня уже по 400 или по сколько там уже очков, уже больше, в общем-то. Так что вот это была моя ошибка в прошлой акции. То есть я очки копил по несколько дней и стоял на месте. Так делать нельзя. Нужно их тратить по мере их накопления. То есть чем быстрее вы можете перейти на следующий этап, тем лучше. То есть у нас еще вот 8 дней, мы сейчас уже на четвертом этапе. И это хорошо. Может, надеюсь, мы сможем даже принцессу собрать. Так, но перед этим, давайте сейчас мы вырастим нашего нового дракона, которого я думал, что он у меня же давным-давно есть, а оказывается, его нет. Это вот наш новый редкий дракончик. Что-то я его, наверное, с саламандрой путал, да, жидкое пламя. Давайте разместим. Так, у меня, по-моему, максимум уже жилище размещено. Ну, давайте временно его разместим сюда. И мы выполнили, кстати, условия. Да, я точно смотрел же вот эту штуку. Мы собрали 8 драконов этой колоды, драконы из колоды, не знаю, как они тут объединяются, по какому принципу, то есть они у нас и обычные, вообще разные драконы. Так, ну и саламандры, кстати, здесь нет, но она, по-моему, точно такая же. Так, и нам за это дали кристаллики. Та-дам, целых 10 штук. Кристаллы нам нужны, о, яйцо. Нужны для, например, чтобы прокачать вот эту вот штуку, то есть целых 500 нужно. Это тоже полезная вещь, мы сможем больше драк выполнять за один раз на карте, брать себе помощников, если у нас попадается какое-то сложное задание. Ну и акции будут выполнять лучше, потому что к концу акции вот заканчиваются вот эти даже вот жетончики, которых у меня там 200. Если, ну, эта акция короткая, я их не успею использовать, а вот так, когда было 12 этапов, то есть вот уже тут заканчиваются вот эти вот алмазы портала, и просто ты не сможешь выполнить задание по битвам. Так что все это нужно делать. Так, нам бы тут надо как-то порядок навести, кого-то может убрать. Так, огонь, давайте сейчас проверим, какие у нас тут стихийки есть. Так, зелень, то есть это, в принципе, к зелень. Сейчас проверим, по-моему, у меня зелень должно быть же свободное какое-то жилище. Куда-то ее разместить. А вот мы заодно, в общем-то, и выполнили условия по кормлению драконов. Смотрите, вот глаза красиво нарисованы, здесь, смотри, такая лесенка, вот если вы присмотритесь, текстурки вообще отстойные. Плохо так прорисовали. Жидкое пламя, да? Так, жидкое пламя. А ну-ка, давайте глянем, где у нас тут саламандра какая-то. Ну и поищем сейчас дракона, который похож на жидкое пламя. Вот кроме саламандры есть у нас еще кто-то. Так, яйцо. Тыдыш, снайпшот. Кто-то есть ли у нас еще похож? Еще яйцо. Еще снайпшот. Так. Сколько мне вообще интересно подсолнуха? Подсолнух-то у нас какой? Редкий. Ну, пусть пока, пусть будет. Так, принца у нас уже накопилось. Вот, саламандр, да. То есть она вот точно такая же. По раскраске. Так у нее, по-моему, текстурки чуть получше. Хотя нет, тоже видно лесенку. Видно тоже лесенку. Так. В жилище огня. А, 3 дракона, один у меня здесь на скрещивании. Лава. Понятно. Давайте сейчас пройдемся еще. Так, вот у меня здесь снова есть подсолнух. Так, мне вообще драконов огня как... Не знаю, чего он тут. Нужно кого-то уничтожить. Давайте вот этого. Продать. А туда переместим наше пламя. А вообще лучше в зелень все-таки. Потому что в зелень помещается больше денежек.
И как бы мы сможем собирать больше. Ох, прям в яйцо попал. Тут снова подсолнух. А почему я сюда не мог переместить? Подождите, у меня же здесь свободное место есть. А ну-ка, стоять. Пламя. Ну. Двигать. Во-во-во-во. Вот сюда. И тут тоже у нас есть подсолнух. У нас подсолнух в каждом жилище. И тут подсолнух, ребята. Подсолнуха просто жесть. То есть... Еще и тут слабо прокачан. Надо будет его удалить. А вот у нас еще есть тут церемонный. Но церемонных у меня, по идее, немного. Да, обычный зелень. Давайте сейчас проверим. Зелень. Так, а с... не то, а сортировочка тут есть какая-то? Чё-то не пойму. Ладно, давайте так глазами искать. Царимонный ищем. Сколько у меня царимонных? А вообще давайте посмотрим вообще по количеству. Так, две мамаши у меня. Четыре, это у нас листочка. Блин, тут сбрасывается. Не, не сбрасывается, отлично. 5 подсолнухов, 5 агав у меня. 7 кораллов, Карл. Карл украл... Так, Карл... Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. Вот так вот. Скороговорочка такая. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, это что, все... А, это все драконы с зеленью. Все драконы с зеленью. Одна у меня такая. Церемонный тоже один всего лишь. Надо его качнуть, значит, на более высокий уровень. А давайте сейчас... А, вот, блин, сортировка аж по редкости есть. Вот то, что я искал. Все. Так, все, теперь давайте с самого начала проверим. Сколько у нас дракончиков каких? Так, листочков 4. Деревца 3. 5. 4 этих. 5 агав. 7 кораллов. Это мы знаем, видели. А, ну у меня их-то не так уж-то и много получается. А, фильтр стоит. Да уберись ты. Как тебя убрать? Все. А, есть такой фильтр, называется все. Чудесно. Давайте смотреть. Теперь точно мы смотрим уже по все. Так, война у меня две штуки, это нормально. Так, мед. Ну, обычных драконов нужно будет почистить. По одному оставить, да и все. Так, две смерти у меня есть. Четыре пчелки. Одна саламандра у меня даже, ё-моё. Может, я их попродавал? Так, 5 вот этих, 4, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5 прерий. 7 ржавчин, ну да, я говорил, что у меня ржавчин просто дикое адское количество. Целых 7 штук. Так же, как и кораллов, незаметно прокравшихся. Так, ну вот такая вот, ребята, вся моя коллекция, вы ее теперь уже увидели. Божественных у меня 1, 2, 3, 4, но они все какие-то непутевые особо. Ну, по стихиям нам придется качать какого-то дракона, типа вот Чаны или еще чего-то. Также после стрима мы с Феликсом так советовались, решали, что же нам делать. У нас уже вот сейчас нужно будет сражаться драконом металла в акции. А у меня его как бы, ну, как бы он слабый, у меня архангел 40-й, мы его качнули, конечно, на 2 звезды, но он в целом еще слабый, его нужно качать там под уровень остальным. Да. А для этого мне нужно, ребятки, храм металла, да? Опа! Храм металла. Улучшить. Нужно 1, 2, 3, 4 дракона, ребята, нужно. Целых 4 дракона прокачать до 30 уровня, чтобы прокачать потом храм. И потом только мы сможем качать архангела. Вот такая вот у нас эпическая задача. Давайте сейчас я попробуем показать вам, каких же драконов я буду качать. Вот у нас есть металл. Так, будем качать ураган. Вот ураганчика будем качать. Давайте перейдем сразу. Вот наш ураган. Он 23 уровня. Так, мне вообще еды хватит. Да мне даже не хватит еды, чтобы, наверное, качнуть его на 30 уровень. Да, печалька.
Ну вы поняли, в общем-то, мне надо его качнуть на 30 уровень. Это по миллиону. По миллиону еды нужно. Мне насобирать нужно. Вот ураган. Ой. Вылетело. Ладно, ждем. Ураган. Потом принца качать. Арктического. И шипы. Вот это, вот этих вот дракончиков, ребята, мне нужно прокачать на 30 уровень. То есть, ну, 4 миллиона еды надо. А потом еще на архангела миллионов 5. Ну, то есть, не знаю, как у нас с этой акцией получится. Придется нам, наверное, в обход ходить. Ну, буду потратить по возможности гнев дракона. Так, у нас продолжается дракон недели хиппи. Так, хиппи. Я его вот пытаюсь вывести. Последняя попытка. Не, не последняя, еще есть 18 часов. Лава плюс конфетка. Так что. Так. Потом, в принципе, еще и гипноса нужно будет качнуть. У него тоже там есть нужные нам стихии. А он у меня, кстати, пробуждается ему стихия ветер. И это он уже прокачан у меня на 30 уровень. Гипно. Тут не видно какого он уровня. Ну, по-моему, 30-й. Или 27-й он у меня сейчас. В общем-то. Потому что храм ветра у нас тоже не прокачан. Как бы, ну, это побочные действия. А мы-то будем качать. Давайте заново включаем металл. Буду качать урагана. Потом принца вот буду качать. Вот этого. Арктического вот буду эпика качать. И шипы. И вот этого вот. Шипы буду качать. То есть на 30 уровень. Ну, они у меня все как бы... Вот, кстати, 21 есть шипик. Но все равно, вы сами понимаете. То есть до 20 прокачать это копейки стоит. А там дальше по 50 тысяч. Очень много нам нужно еды. Очень много. Ну, сейчас 40 миллионов насобирал. В следующий раз я поставлю то какое-то задание там вот... квадратику какую-то поставлю, еще что-то такое более жирное, но все равно это мало, но может путешествие по вот этим лабиринтам нам тоже нам приносит еду. Так, давайте сейчас тут кроликов поищем. Вот один кролик. Один кролик. Неужто ли тут должно быть кроликов, как не знаю чего. Вот еще кролик. Вот еще кролик. И вот еще кролик. Радужный кролик, ребята, прикольный, смотрите, какой пятнистый. Кролик Пикассо. Так, давайте сразу сразимся с Крашенкой. Так, тренеры, вы как раз вовремя, чтобы сразиться с жутко разозленным драконом Крашенкой, которого я столкнул в воду. Так, я... Не удивлена, что ты воспользовался такой дурацкой шуткой ради того, чтобы получить преимущество. Сейчас я раскрашу твое лицо кровью. Так, ну минус тигр. Да, тигр у нас прокачан, как видите, ну на 3 звезды. То есть тигр сильнее архангела существенно. И его ваншотят уже. Так, хватит, Генрих, скажи мне правду, ты собираешься превратить кроликов из сладкого чертополоха в мясо на своей фабрике? Что? Нет, я вегетарианец, вздыхает. Похоже, придется посвятить вас свои планы, чтобы вы не очернили мое доброе имя. Я собираюсь построить самую первую шоколадную фабрику Драколандии, там будут работать кролики из деревни Сладкий Чертополох. Ой, маленькие пушистики будут готовить шоколад на фабрике, это так мило, но им придется работать на Генриха, нужно их спасти. Ну, вот так вот. Так, ух ты, ё, по 600 нужно сюда идти. Давайте пойдем вверх, тут как бы подешевше будет. Так, где королятина наша? Чё ты... Вот, а, этот еще идет только. Какие они медленные. Кролики, это очень быстрые существа. Так, тут одинаково.
Блин, нам не хватит дойти, ребята. Никуда мы сейчас не дойдем с вами. А, вот тут, смотрите, битвы. Битвы, битвы, битвы. Ну, давайте пойдем в битвы. Будем сражаться. Так, вода и зелень. Ну, вот так вот. Ну да, никого лучше у нас нет. Напасть. Давайте будем заражать. Кстати, это какой-то был родственник император. Император? Да, путаю все время. А, тигр выжил, ничего себе. Не ожидал, что они такие слабые. Так, короли, давайте ко мне. Короли все ко мне. Так, тут металл вот есть, энергия. Есть архангел, вот, лучше взять архангела, он помощнее будет. Прикольный дракончик такой интересный, только что был. Вообще кролик не почувствовал, что мы его тут били. Но мы справились. Так, о, давайте сюда. О, так мы сможем дойти сюда, ребята. Хоть один какой-то сундучок откроем сейчас. Ну, можно уничтожить. Так, давайте сделаем это. Не знаю, давайте так, для разнообразия. Пусть сами себя дымажат. Ой, очень мало. Очень мало. Та-дам! Добиваем. Блин, кролики. Кролики тут гуляют, нас окружают. Давайте. В такую линеечку выстроились кролики, прикольно. А ну, как они сейчас сядут по кругу вокруг меня? Ну, почти. Да, смотрите, ровно 4 кролика вокруг меня. Очень забавно получилось. Дракон, хамелеон. А есть еще хамелеон, знаете, с двумя рожками, как трицератопс. Но не слабое, это радует. Так, дракон земля. Правда, он, я даже не помню, как он называется. Может, Гея называется, но... Но он явно похож на землю. Так, ну и на открытие сундука нам хватит. Да, и к сожалению, здесь был всего лишь... Ну, не тот дракон. Так, ну и все, у нас тут закончилось. Кстати, я хотел вам что-то показать. Да, в магазин, по-моему, хотел зайти. Так, тут пару битв нужно сделать. Поймать пару яиц еще. Яйца, где вы? Выходите. Одно яйцо. Второе яйцо. Так, ладно, идем в магазин. По-моему, вот... А ну-ка. Нет, не туда. Магазин. Драконы. А, тут были акционные драконы, подождите. Исчезли?
Да, уже нет. Ух, Арес. Прикольно выглядит, конечно, Арес. Получи VIP уровень 8. О, спасибо, не хочу. VIP уровень 13. VIP уровень 16. Ой-ой-ой. А есть тут сортировка VIP? Да. Давайте посмотрим на виповских драконов. Калавера. Это какой-то карнавальный, типа бразильский дракон. Дракон 4 крыла. Ну, можно так сказать, 4 крыла. Так. Ну ладно, там просто была такая вот штука, когда ты заходишь в дракона, нажимаешь на дракончика, и там была такая вот карточка открывалась, и можно было посмотреть, ну, на анимацию дракона веселую. Ну, вот, например, там был банан, по-моему, поскид. Ну, как он, банан прикольно же любит дурачиться. Вот он тут лежит. Давайте сейчас мы тут... Во! Вот взял вот так вот и прилег. Такой зачетный дракончик, бананчик. Ну, ведет себя очень смешно вот так вот, хопа. Можно было крупным планом тоже это посмотреть. А, ну, в общем-то, такие вот планы я вам рассказал, ребята. Грандиозные, нужно много еды. Не знаю, где ее даже взять. Так что, о, яйцо. Крупным планом. Так что, всем пока и до скорых встреч.